Tore. Кайтен. Есть два способа выполнения формы. Один способ, когда мы входим, мы на движение партнера, продолжаем его движение, он делает кин. Второй способ, когда мы входим и закрываем вот сюда руку. И его попытка мою руку вытянуть, вытянуть обратно. На этой попытке получается воздействие вперед. Мы условно первый, второй. То есть у нас позиция рук такая же, вот как мы за мячом, да, тянемся. Но партнер, теперь партнер начинает руку вытягивать, и в этот момент мы используем это движение линейно. И у него возникает движение туда. Либо мы начинаем поднимать локоть и втягивать его. Но чтобы не столкнуться, мы проходим и продолжаем движение сюда. То есть вошли, рука стоит. Это как раз на случай стационарный такой. Или более динамично. Айдозу. Сначала партнер сейчас не будет вообще ничего двигаться никак. У Бишимета захват одной рукой за руку, второй рукой за шею. То есть сейчас мы атаку попробуем, просто чтобы почувствовать взаимодействие. Значит, рука подается, ну, как обычно, чуть выше, вот здесь, на этом уровне. Уки. Ее сбивает и заходит сзади, берет. Вот мне сейчас не закидываем далеко локоть, берем вот здесь. Таким образом. То есть отсюда шаг и встаем не за спиной, не здесь, чтобы головой не ударили. Вот здесь. Примерно нога заходит. Таким образом. И немножко вот воздействие как бы стягивающее. Это же партнер атакует таким же образом. Как только вот начинает у него стягивающее вот это движение, наша рука проходит сюда и выходим назад в эту позицию. Стягивание, мы начинаем разворот, выводим его локоть сюда и шаг назад. Он подходит, партнер двигается к нам, сюда. Перейдем чуть дальше, захватываем движение. Но угол движения такой же, как мы делали у Ширавадзе. Похожий. Сначала в сторону, вперед и еще шаг вперед. Здесь происходит захват. Руку оставляем здесь. Так, в сторону. Вперед и еще один.
то, что мы делали у Шира Риота Тори, происходило то же самое. Риота Тори. Раз, два, три. Та же схема. Хадун. Первая предыдущая форма. Партнерство. Партнер стоял, и мы отрабатывали вот этот элемент, сам захват, чтобы мы правильно входили и брали правильным образом. Сейчас, и поэтому партнер, когда мы входим, здесь уже происходит вот это, этот элемент. А во второй форме, вот сейчас, когда он уже отходит, он делает шаг в сторону, делает шаг вперед, еще шаг, и вот здесь мы его, первое, это мы его остановить должны, он как бы от нас убегает. Тут больше, мы тоже попадаем с другой стороны. И вот, вот у нас вот, вот это движение будет вот сюда. Вот его надо почувствовать. Да. То есть взяли и немножко остановили. Вот разница. Первым, смотрите, первым мы скручиваем. Вот как бы вот здесь. И так вот. А во втором, когда мы шаг вперед, мы находимся с другой стороны. У нас будет другое, чуть-чуть воздействие чуть-чуть другого, другой угол. Просто надо сейчас, чтобы вы поделали, останавливали, а Тори почувствовал движение. Когда партнер заходит и начинает вас останавливать, вот с этим движением вы разворачиваетесь к нему и головой делаете тоже такой, ну, как бы из головой работают. Эта рука перед, эта рука сейчас вот в таком положении. Ушира. Эта рука входит и разворот. В данной форме рассматривается три положения руки. Такое, такое и такое. Ну, во всех техниках, в принципе, да, мы можем подавать руку так, так или так. Сейчас было так, сейчас будет так. Руку вот эту, вот вы ее, вот ее захват, вы ее уже вот тут так держите. Вот. Теперь мы начинаем вот он оттуда двигается на нас, вот здесь. Теперь и рука остается перед центром, и вот сюда такой выходит вперед.
по линии. Помните, я говорил, что мы делаем, когда элемент НК на руки приближается к центру обращения. Здесь то же самое. Мы начинаем вращение, и рука перед центром, перед центром. Вот она где выходит вперед. Перед центром. Перед центром. Видите, она не так. Вот так. Будет так, она у вас пройдет. Здесь у нее есть тяга. Это зов. Сваривадзе Аритудори. Купу-купу. Классическая форма. Локти подняли партнера своим внизу. А угол и вход. И авасы, видите? А эту руку партнер тебе прижимает, чтобы если ты отпустишь, я могу ударить, да? Поэтому эта рука прижимает, это контактирует. Растягивание. То есть взаимодействие купюков происходит постоянно. Есть разные формы. Сейчас мы как меч. Как шона. Колени двигаются. Подняли, сделали вход. Подняли. Сжимает. Лассе. Потому что здесь я стремлюсь атаковать. Здесь он уже сковал так. Это зло.